Что бы с тобой ни происходило, ты всегда находила время для меня. Для всех нас. Не могу поверить, что мы никогда больше не поговорим. Привет, крошка Бэйби. Это Эсти. Я просто звоню узнать, как дела. И... Бет! Помоги мне, Бет! Прошу, помоги! Я горю! Я сгораю заживо! Мам? Она жива? Она вся горит.